Что же, все приветствую, папст, и сегодня мы попробуем снять видео Lucky Hunger Games на моем волде. Не взять с вещами, и последний случай, что мне повезло, не выпала фулл маска, но меня какого-то хрена забили каменным мечом. И вот прямо в предыдущей катке был фулл залутанный железник, меня убил пацан в золотой броне, точнее девка, без нагрудника. Просто топором. У меня тоже был топор. Я нанес больше ударов, но все равно я почему-то слился. Ну блин, это полнейший бред. Я не могу снять всегда видос по каким-то просто мистическим причинам. Что, блин, ну просто нельзя с вещами, вещи какой-то урон непонятный наносят. Там хреново защищает броня. Что, блин, ну фулл алмазка, я сдох от каменного меча. На нем был заговор огня, да. Но что он решит вообще? Блин, опять дали. Только выкинул каменный меч, мне его опять дали. Да ё-моё, не успел залутать. Хакер премиум там какой-то. Аж интересно. Реально ли это читер? Ладно, я пойду найду игроков. Замочу их. То игрок, то игрок. Попробуем его забить. Я его забил. Идем к следующему. Иди сюда, дорогой друг. Ты просто забежал в угол. Красава, чё? Забежал в угол, чтобы залутать Lucky Block. Топовая тактика, честно. Тролл лук? Нафиг он. Так, где-то тут еще один никнейм бегал. Ну ладно. А, то мне показалось. Хоть я и не фулл алмазик, но охоту начать уже можно. Так, окей, я... О! Слушай, Некит, иди сюда. Так вот, еще одна тычка есть. Я забираю его лут. Меня сюда интересовало только нагрудник. Защита 1, какая-то хрень. Защита 2. Деревянный меч. Ежидзе. Острота отдачи. Ладно, идем дальше. Может, еще кого-нибудь найдем. А вон там бегает какой-то, не знаю, пацан, девка. Я скин сдалека не могу развить. Окей, возьмем ее наперед. А, они уже там кто-то с кем-то дерется. Вау. Пацан, теперь иди сюда. Будь ты пацан, будь ты девка, мне пофиг. Окей, все, забил тоже. Отдача 1. Ну, есть спиды. Спиды мне понадобятся. Вот это все мусор. Отдача 1 тоже мусор. Окей. Там тоже какой-то пацан. Но я туда не полезу. Это я знаю, что за место стрёмное. Окей. Я вижу, вон там пацанчик бегает с луком. Есть такой на понтах, наверное. Давайте выпьем спиды, чтобы замочить обоих. Только попробуй забрать мой килл. Спасибо. Не забрал. Ой, я выкинул свой топор. Возьму тогда новый. Что тут по вещам интересное? Ну, возьмем вот это. Да, тоже. Считай, один. Ну, тут ничего интересного. Так, отсюда мне понравится жемчуг. Это выкину, выкину. Лук сила 3, сила 3. Иди сюда, пацан. Ага, то я тебя уже могу завалить, да? Раз, два, три, четыре. Окей, у него были очень интересные мне поножи. Алмазный, мне не показалось. Нет, мне не показалось. Все, я уже почти фуловый алмазник. И тут давайте просто повыкидываем, найдем мусор. Мусор, не мусор. Дача, топорчики, сила, травление. Что же, пьем силу и убиваем просто последнего игрока. Окей. То есть мы сделали 8 килов. Боже, я не знаю. То ли мне повезло в этой катке фу железкой, то ли повезло топором. Начал бегать по игрокам и всех поубивал. Просто сделал 8 киллов. За 4 минуты 8 киллов. Ну ладно. Думаю, все же хоть на последнюю катку повезло. Не знаю, то ли из-за того, что я решил пойти по другой тактике. Ох, ладно. Не забудьте поставить и подписаться. С вами был Папст. Всем пока.